получается? Снова этот кошмар. Столько времени прошло, а до сих пор снится тот лагерь. И Слава, и остальные. Раз за разом во сне я переживаю тот день, но не могу изменить ничего. Теперь не засну до утра. Тонькины записки. Помню, как она носилась по всему лагерю, выспрашивая новые страшилки. Если бы я знала, что эта тетрадь может спасти нас. Среди обычных страшилок Тони написала целый рассказ. Даже меня туда засунула. Правда, под другим именем. Студеным январским вечером в санатории-пансионате собралась пестрая компания.